Впервые за 26 лет победителем краевого конкурса «Учитель года Кубани» стала педагог из Славянского района, учитель английского языка лицея номер 1 Галина Мирная. С лучшим преподавателем края, а также директором лицея, встретился глава района. Роман Синеговский поздравил педагога с таким высоким достижением, подчеркнув, что Славянский район гордится своими учителями. Ну, сложно было, Алина Александровна? Конечно, сложно. Сложно, да? Конечно. Там же монстры тоже такие, да? То лучшие звуки. И английский знают тоже, или не обязательно? 11 человек из 44 англичан было, представляете? Безумная конкуренция, поэтому приходилось вдвойне работать. Галина Мирная английским языком занимается 6 лет. Окончила школу с золотой медалью, потом поступила в Славянский педагогический институт. Выбор профессии был предопределен с детства. У меня мама учитель, бабушка, дедушка учителя. Молодец. У меня муж педагог и свекровь педагог. В первом лицее Галина Мирная, кроме обучения детей английскому языку, занимается волонтерской деятельностью. При ее непосредственном участии в рамках международного обмена в лицее учатся две девочки из Таиланда и Японии. Она является их куратором. Но и это не все грани таланта лучшего учителя Кубани. Пишут и издают книги. И эти книги, которые являются пособиями для преподавания, для урочной и внеурочной деятельности по английскому языку, но еще автор книг. Глава района пожелал педагогу успешно выступить на всероссийском этапе конкурса «Учитель года». В завершении встречи Роман Синеговский вручил ее участникам подарки на память. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».